В Дагестане будут судить 5 женщин за куплю-продажу ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России по Республике Дагестан. Как установило следствие, в ноябре 2014 года в Избербаше 37-летняя местная жительница вместе с 3 своими знакомыми продала свою 6-летнюю дочь незнакомой женщине за 200 тысяч рублей. Когда об этом факте узнали полицейские, мама ребенка, чтобы уйти от уголовной ответственности, написала заявление о пропаже своей девочки. Теперь женщину вместе с соучастницами ожидает суд.